Здорово, пацаны и девчонки, мы будем играть в FIFA на Battle 24. Пожалуйста, очень много лайков, подписывайтесь на канал. Кто едет, напишите, а кто смотрит видео, приятно посмотра. Вот. Мы сегодня будем играть в эту FIFA, новую какую-то обновительную больше. Я вам покажу, мой состав есть, как вам состав, зайдите его в комментариях. Я покажу. Вот такой у нас вратарь стоит. Давайте прокачаем этого игрока. Я буду кого-то куда-то выдевать. Прокачиваем его до этой силы. У нас будет просто обновление игрока. Да, у меня сейчас возьму вот такой вечер. Погнали, поиграем где-нибудь. Ну а снова поиграем. А вы напишите комментарии, как вам FIFA. Пусть снимать, мне не снимать. Ой. Привет всем, кто снова на футболе. Мы рады вам. Я Георгий Черданцев, и со мной здесь на комментаторской позиции Константин Генич. От этой встречи мы ждем максимум голов и яркой игры с обеих сторон. Лучший футбол только для вас. Это Ливерпуль против Ливерпуля. Всегда приятно работать в такой атмосфере. Полный стадион и поле высшего класса. Здесь есть... И это гол! Первый гол в этой игре, и будем надеяться, не последний. Еще раз посмотрим гол. Очень хороший навес у него получился. Я бы особо отметил завершающий удар. Просто мастерское исполнение со средней дистанции. Потеряли мяч игроки Ливерпуля. Джуд Беллингем с мячом. У него может что-то. И что он сделает здесь? Гол, ты смотри, что творят. Буквально сразу же забивают второй мяч. И теперь у них большое преимущество. По своему опыту скажу, не каждому дано после такого прорыва сохранить достаточно ясную голову, чтобы точно ударить по воротам. И без мяча они остаются. Логично. Ливерпуль с мячом. Лайков. Подпишись на канал. Вратарь ждал этот мяч и легко забирает. А его не знают, я буду тебя. Ибраима Конате. Всем пока. Эберечи Эза. Пока.